Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Спасибо.